нас все бойцы больные. Надеюсь, пройдет хотя бы несколько деньков, хотя бы чтобы один резнулся. А так. Шеф, мы сделали все возможное, чтобы схватить и допросить пришельца. Теперь дело за вашими бойцами. Ну ладно, все-таки схватить ей надо. А без разницы какой вообще? Так, фрагмент оружия осталось. Дальнейшее изучение позволит нам значительно продвинуться в создании более мощного вооружения. Нам нужна панцирная броня. Не беси меня. У этой технологии большой потенциал. Если найдем что-нибудь интересное, я вам скажу. Я надеюсь на это. Прикинь, не скажет. Так, я забыл насчет этого. Нужно вырыть котлован. Вот это другое дело. 5 дней до этого, 5 дней до этого. Оружие и техника. Есть что-нибудь? Дугомет, ладно. Пока ставим дугомет. Да, я думаю, один истребитель сделать. Я не знаю, сколько у нас их. Шеф, модули спутниковой связи загружены до предела. Нужно скорее построить дополнительные модули, чтобы можно было спускать новые спутники. Где я его сейчас тебе построю? Поедем к тебе на дачу. Так, нам нужно дугометом какого-то пришельца ухайдокать. Интересно, любого ли? Либо Нео, допустим, того. Так, Траходир, Бестрогович, молодец. Так, начать новое строительство, это нужно. Нужно ли? Нужно. Ясно. Так, Траходир, Бестрогович, это все уже, это уже полпобеды сделано. Выемка грунта завершена. Окей. Мы получили сразу несколько вызовов. Ого. Места, где появились пришельцы, отмечены на глобусе. Угу. Надо бы, конечно, в Москву, в Россию. Но в прошлый раз я спас Китай и получил 200 миллиардов долларов. Вот. Сейчас мне нужно 3 инженера. Хотя я не понимаю, зачем это? Что это делает? Инженеры и ученые. Может быть, быстрее, типа, будет исследование проходить даже? Если да, то мне нужны инженеры. Ладно, это последний раз, когда я так делаю. Сейчас отправляюсь в Москву, а потом все, я буду игнорить все такое, что мне смущает. Потом буду чисто из-за выгоды. Средняя, да? Низкая? Средняя. Но тем более средняя сложность операции. Это надо. Так. Это уже интересно. У нас только Траходир. И я чую, если я его сейчас возьму... Блин, ну Фарид, ну денек под... Ну, ё-моё. Даже не знаю. Даже не знаю. Что? Я escape нажал. А можно как-то вернуться, да? А, вот так, значит, да? А если я сейчас немножко промотаю, чтобы Фарида была... Как бы я сохранюсь? Можно ли... Выемка грунта завершена. Тихо-тихо. Блин, я это... Ну ладно, ладно, пусть так будет. Сообщение совета. Нету? А, один день, да, сообщение совета. Выемка грунта сделана. Отлично, сейчас мы быстренько все застроим. Нам нужно... Ага. Ага. Давай. Лаборатория, это у нас для каждой лаборатории увеличит скорость исследования на 20%. Угу. Это тоже обязательно. Это мы строим. Это все должно быть у нас. Бабок потратили. Нужно и идти в бой. Пора бы. Получено сообщение. Вперед. Мы приятно удивлены успехами проекта XCOM. Признаюсь...
Последние результаты превзошли все наши ожидания. Угу. Думаю, вы понимаете. Ну, совет, конечно, такими комплиментами не разбрасывается. А. Окей. Не забывайте, мы видим все. А это все? Ну ладно. Шеф, мы засекли новый объект. Этот крупнее, чем в прошлый раз. Окей, сейчас будет батл. Я чувствую это. Сейчас будет. Высылаю... Секунду. Какой именно? Они одинаковые? Ворон 2. Давай, Ворон 2. Высылаю перехватчик. К бою готов. Уничтожь его, ёп. Ага. А, сбит. Отлично. Все-таки смог, да? Выслать рейнджер. Фу, ну мы почти в этом в старом составе все. Итак. Могила. Уволить, еще чего. Могила. Ты хороший, я знаю. А ты кто вообще? А, поддержка. Поддержка. Ну ладно, будешь дугометом. Траходир, у тебя все окей? Все окей, как надо. Говорит он мне. Ты че, ебудал? Шиншила. Но снайпер с медпакетом, окей. Фу, ну погнали. Шеф, истребитель сбит. Он исчез с радаров. Ну кто же виноват, что он не справился? Теперь у нас по списку Германия. Пришельцы пошли на посадку в безлюдном районе. Если там и есть гражданские, очень надеюсь, что они будут держаться подальше. Найти сбитый корабль, найти выживших членов, нанести как можно меньше урона кораблю пришельцев. Интересно, смогу ли я сейчас как-то четко использовать дугомет? Центр, я рейнджер. Для этого нужен... Решение противник не обнаружен. Штурм-1 готов занять корабль. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, попытайтесь войти. Для того, чтобы дугомет прорезать, нужно бы... Сюда эту как ее? Зайцеву. Она могла прорашить. Так. Ну, все по-старому, да? Дымовая граната, все окей. Следуем обстановку. Корабль где у нас? Судя по всему, это корабль. Звуки прикольные. Не могу не согласиться. Вижу, как странно. Ё-моё! Я не знаю, что они так близко. Сказать, где тут кончается арканы. Это что, из Старкрафта, что ли? Вы что гоните? Должен признать, я видел и более красивый дизайн. Так. Нахуй. Нахуй. Снайпер вперед. Снайпер вперед послал. Вот да, баран вообще. Объясните вашим бойцам, что взрывать всех пришельцев подряд совершенно не обязательно. Это, конечно, весело, но да? Взрывчатка уничтожает все тонкие технологии, которые нам так нужны. Ой, я, не конечно, беси не меня. Я, конечно, не настаиваю, но все-таки... Ты меня бесишь. А что я гоню? Я же не снайпера послал вперед. Что это вообще гон какой-то? Ну ладно, так. У него 4 жизни. Попробуем так. Ну, надеюсь, ты попадешь, чувак. Не надо. Козел. Цель не поражена. Что он делает? Фу, не ту цель выбрал. Хорошо. Так, траходир, сможешь ты шлепнуть из пулемета? О-хо-хо-хо-хо. Значит, поближе надо подойти. И вообще в укрытие, что за гон? Вот это нормально. Только не убивай его, дугомет там, все такое, все дела. Блин, ну ладно. И на том пойдет. Так. Ты двигаешься, становишься здесь. Щинчилля. Поворот камеры на... Ну, я знаю. Траходир, подойди поближе. А, ты уже не можешь пока что. Так, в ожидании постоим.
Блин, а реально эти твари были из Тар... из Старкрафта второго. Блин, звуки такие. А... да. Тархадир, дерзай. Там хорошее укрытие, дерево и да и вообще природа. Так, вот это отлично будет укрытие для тебя. Будешь сидеть здесь и ждать. Ну а ты, Раш. Так. О, звуки показывают, нихера. Слышали? Тут становится жарковато. Воу. Да понял я. Что там за звук? Я не знаю, но... это явно плохо, да? Даже? Придется делать рывок, придется. Моя готовность. Снайпер на подходе. Сюда остановить. Вы вообще все в ряд. Ну, глушняк. Что тебе остается? Два. Это как так? У них что, супер броня появилась? Пью. Ну? Я под обстрелом. Ни хрена. Классное было дерево. Это все? И укрытие было ничего так. Так. Шиншилашвили, наконец-то. Ты долго этого ждал. Все мы это понимаем. Видишь одного. Одного видишь. Так, секунду. Да, добежать. Добежать Фарида не успеет. Шмаляй. Козел, да кто тебе оптический прицел купил вообще? Цель не поражена. Серьезно? Разничтожь. Отлично, вот так надо стрелять. Шиншилашвили, запоминай. Ну, естественно, это нужно кокнуть как-то. Можно, блин. Я помню то, что было такое. Ну ладно. Подавляй шагом. Отлично. А, у них какие-то щиты какие-то были синие. Нормально, нормально. Это у меня кто-то написал. Нормально все. Так, тебе нужно поближе. Вообще, иди сюда. Блин, даже, блин, боюсь. Ладно, сюда пока. Снайпер. Так, так как это уже корабль ихний, даже. И выходов из него. Прилично. Снайперу вообще нужно вот сюда прям засесть и сидеть. И не вылезать даже. Траходир, ты прикрываешь. Фариду, когда она пойдет вперед. Потому что тугометом я должен кого-то считать. Что там за звук? Я... вижу группу противника. Так, ты хорош уже там. Что это было? Да ничего не было, послышалось. Так, сможешь зарашить? Зараш, а? Траходир, ты слышал этот звук? Она ведь противника. Ты сможешь увидеть тоже? Нет? Козел. Так, перезарядиться или же... давайте перезарядимся лучше вот так. К бою готов. Готов, ты как же. Ну, нашмальни. Отлично. Ну там еще один, ё-моё. Давай не надо попадать. Договорились? Отлично, он за нас. Все, ребята, идем так. Так, мне нужно поподробнее узнать. Я кое-что упустил. А дугомета-то у меня нет. Ну да. Опа.
Так, и всади в него. Вот 48, ну ты же впритык почти, ну. Все равно давай. Но не в прямом, значит, в переносном смысле давай. То есть наоборот. Шиншилла, сможешь? Давай. Ах ты, козел. Чтоб тебе угрики переехали. 28, ну ты понятно, ты безнадежен в данный момент. Там у него, конечно, укрытие вообще офигеть. Давай лучше боеготовность. А, это все? Ну, разнищи то, что его. 48 же, это почти 50. Это ж какой шанс, а? Еще ближе, Драходир. Нужно вызволять ее. Разничтожь. Отлично. Пора рисовать звездочки. Это да. Только рисовать это, по-моему, не очень достоверная информация будет. Как я мог дугомет не взять, а? Ну ладно. Так, мы прямо здесь можем забежать, да? Так, а ну перезарядись, не беси. Я снова в строю. О, серьезно? Так, куда? Ну давай пока сюда. Так, Бестроганович, пулемет это хорошо, поэтому ты пойдешь первым пока что. Он выдержал такой удар на такой скорости. Материалы, из которых сделан корпус, на порядок превосходят любые известные нам сплавы. Ага. Выдержал удар, а через эту хрень мы просто прошли. Может, просто нужно было пройти туда? Вот. На лету. Так. Вот эти замкнутые помещения мне не очень нравятся. Так, снайпер здесь уже, я думаю, ни к чему на этой позиции, поэтому давай сюда поближе подходи. Снайперы воевать на такие дистанции, конечно, не очень, но нормально. Моя готовность. Угу. Тихо. Хотя бы звуки пошли, это уже хорошо. В смысле, отмечаются теперь. Так, значит, сейчас. Ты идешь сюда, занимаешь позицию на бои готовности. Мало ли они сейчас придут. Здесь. Шиншилла занимает здесь. Прикрываешь тот. Вот. Не ошибись. А, ну ладно. Не ошибись, тот прикрываешь. Из такого расстояния ты из снайперки обязан попасть. Ты же герой, герой, все это знают. Блин, прям здесь. Тихо, слышишь? Да я-то ничего не слышу, на самом деле. А, это открыть можно. Угу. Тогда делаем так. Укрытия нет. А, можно сюда, вот так вот, хопа. И как командос. Нормально, тихо все. Тихо. Моя готовность, ну нахер. Ну давай, тоже. В одиночку. Ты ж молодец, ты ж шиншилла Швили, а не просто какой-то там Швили. Ты должен. Тихо. И в глушняк, как крутой. Твоя кликуха будет балласт. Судя по итогам прошлой миссии. Так. Дымовая. А вот тебя там что? Ну, тебе понятно. Аптека. Так, здесь нам не пойти. Значит. Ну, это понятно уже. Всем все понятно, что значит. Значит,
А что? А ну да, сюда, значит, рывок. И ты сюда. На всякий случай, перезарядись, а то будешь в лоха играть. С тобой здесь что? Здесь какой-то проход. А ты один. Следовательно, посиди здесь. Там за звук. Да не знаю, может, блин, конфеты делают, может, на станок. Так, открывай дверь. Вот так лучше. Бортовой компьютер чужих — это просто праздник какой-то. Действительно. Везите его скорее к нам. Чудо рождественское. Пожалуйста, ничего не сломать. Давай телегу сюда, и все, мы подтащим. Сможешь это пробежать, и чтобы все было хорошо. Молодец. Так, ну ты, ладно, подходи, наверное, что ли. Укрыться здесь негде, капец. Ты вообще мне будешь по миллиметру побегать, я знаю тебя. Ускотень. Так, бортовой компьютер, это что, мне как бы к нему подойти, что ли, нужно? Или ничего не делать? А, его просто, наверное, не это, не разбить. Но, к их счастью, я уже гранатомет потратил. Там были звуки, я ж помню, с той стороны. Пора бы тебе и проходить сюда. Нет, что ли? А, просто так, что ли, можно? Класс. Только ты встал как дурак, конечно. Ну, ладно. Вижу группу противника. Да опять пугать группой, блин. Один вон, стоит хороший. Хороший чувачок. Отлично, был чувачок и нет элементаря. И снова удача. Это изи, ребята. Мне нужно нормальное задание. Для прохавных чуваков, которые умеют все. Вот. Пока что без единой царапины. Ух, Траходир. Ой, молодец. Ну, Траходир. Давай, показывай, что заработал. Специальный снаряд повышенный урон. Да. Специальный снаряд повышает урон, который несут противники. На 300%. А, это осколочное, ага. Понятно. Подавление. Специальный выстрел, позволяющий вести ответ на огонь по цели и снижающий меткость жертвы на 30%. Вот это нормально. Вот это Траходир. Вот это прикрытие. Кстати, даже. Даже ни одного не ранили. Кстати, на будущее. В смысле, сразу. Бойцы. Сколько там осталось? 4 дня. Вот она с дугометом. Она и штурмовик, и хорошо, в общем, у нее все там. С телочками все там. И она может дугометом и жахнуть.